очень важно уметь себе сказать, это не мое. Я читаю буквально 10 предложений, и я вчера обнаружила себя в ночи хохотущей, понимаешь? А вот если мужик телку в холодильник запихал, забыл там, вот это уже история, понимаешь? Это тебе вообще нужны лавры? Я в гробу это все видел. В Инстаграме за намек за отсутствие восхищения я блокирую. Надо было книжки какие-то в детстве читать, как-то не очень. Деньги – единственное доказательство, что ты делаешь, что хорошо. Всем привет! В эфире авторский подкаст «Быть брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Александр Цыпкин. Писатель, автор бестселлеров, публицист, автор более 100 интервью с деятелями науки, искусства, политики. Создатель беспринципных чтений. Короткие рассказы Александра читают более чем в 12 странах и уже прошло более 100 спектаклей. Его истории читают Константин Хабенский, Данила Козловский, Анна Михалкова, Катерина Шпица, Наталья Ионова, Ксения Собчак. И сегодня вы узнаете, как личный бренд помогает выйти в абсолютно новую сферу и открыть новые грани себя. Обязательно смотрите это интервью до конца и узнайте, как выиграть книгу с автографом автора. Саша, привет. 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 Ты как-то сказал... Ты что, качаешься, что ли? Да, периодически. Ты как-то сказал, что писательство ворвалось в твою жизнь незапланированно, в общем, насильно оно ворвалось. Ну, но книга сама себя не напишет, и рассказ тоже. С чего вдруг? То есть как оно... Книжка как-то создается? Да никак она не создается. Это у писателя создается. У меня она никак не создается. Я же человек жадный. Я собрал просто все посты с Фейсбука в одну книжку. И она стала бестселлером, все. Хорошо, а зачем писать посты? Вот я, например, не пишу посты из истории наблюдения взаимодействия мужчин и женщин. Хорошо. Мое писательство – это побочный эффект моей работы пиарщиком. Я давно просек тему, что в будущее не за профессионалами, а за личностями. Реальное умение что-то делать никого уже сильно не волнует. Во-первых, этим никого не удивишь. Потому что много кто умеет. Все уже, да, люди уже и так научились. А проблема в том, что людям интересно общаться с людьми. А человек, особенно в России, это всегда личность, а не функция. И если мы посмотрим даже на то, как концепция первого лица у нас заявлена, это прежде всего личность. Выпуклая, с недостатками, с особенностями, с, да, да, с юмором, с фразеологизмом и так далее. А потом уже функция управляющего государством. И естественно, когда все медийные каналы работают на создание вот такого имиджа, это распространяется на всех остальных. Поэтому мы видим массовый уход в публичность первых лиц компаний. Сегодня уже, честно говоря, такой вопрос сложный: чей бренд сильнее, Грефа или Сбербанка? Потому что Греф настолько самостоятельная уже личность, как предприниматель, как управленец, но он говорит о таком большом количестве вещей помимо своего бизнеса, что его личный бренд, он очень сильный сейчас. Вот. А социальные сети дали возможность любому человеку стать медийным. То есть сегодня звездой может стать любой человек за день, да. Чего раньше не было никогда. Раньше между людьми и обществом были фильтры в виде средств массовой информации. Редакторы, не знаю, радиостанции, телевидение. Сегодня все, это все смыло за 3 года, спасибо Марку Цукербергу. И сегодня любой человек может донести свою информацию до неограниченного количества слушателей, читателей и так далее. Это ключевое изменение парадигмы последних, там, не знаю, 100 тысяч лет общения. Сейчас закончу, подожди. И, соответственно, это короткое знакомство. Я переезжаю в Москву, и я понимаю, что у меня будет короткая встреча с кем-то из нужных мне людей по пиару, а потом эти люди зайдут на мои страницы в сетях и подумают, дальше общаться, не общаться. И в принципе, уже даже начиная в Питере, когда вот я понимаю, что да, соцсети дают тебе возможность себя презентовать, я думаю, чем бы о себе рассказать, но не фотки же с едой. И ты начинаешь вспоминать какие-то забавные истории, которые, с одной стороны, показывают, что есть чувство юмора, с другой стороны, что у тебя есть какой-то внутренний мир, который вот в этих рассказах проявляется каким-то образом. А дальше ты собираешь аудиторию тем самым. То есть, по сути дела, мои рассказы, первые 3-4, реальные воспоминания, это было такое, это CV. Это современный вид CV. Просто ты пишешь не о своих достижениях профессиональных, которые не будут уже никого давно, а о том, какой ты человек. И дальше из этих 3, 4, 5, 7
маленьких CV-шечек начинается вырисовываться первый сборник. Все, да? Ну, смотри, твои CV, они были все-таки взаимодействия мужчин и женщин в большей степени. Ну, да, что есть самое интересное? Я с тобой согласна. Это интересно и трагично, и смешно одновременно. Но при этом ты на тот момент же еще работал до переезда в Москву в Мегафоне, как раз когда мы с тобой познакомились, да, в пиаре. То есть, почему ты решил писать про это? Ты говоришь, профессиональная деятельность никому не интересна. Может быть, зарисовки про работу, про пиар. Почему возошла мужской-женская тема? Ну, потому что скучно, это работа и пиар. Не надо себя обманывать. Вот эти все профессиональные истории никому нахуй не нужны. Людям нужны человеческие истории. И если они происходят в профессиональном мире, это интересно. Ну, потому что все воспоминания профессионалов холодильной отрасли интересны профессионалам холодильной отрасли. А вот если мужик тёлку в холодильник запихал, забыл там, вот это уже история, понимаешь, холодильная отрасль совсем другая. Да, это согласна. Я, кстати, до сих пор. А потом это то, что мне реально интересно. Мне интересно взаимодействие людей между собой, а они проявляются в 90% случаев в гендерных отношениях. Потом родители, дети и потом друзья. Вот эти три темы, я о них и пишу сейчас все время. Сейчас просто больше про друзей. Сейчас мои последние вещи, они все на тему дружбы. Это и честно, Ленинская, и МАДО, это дружба, предательство и так далее. Это уже в меньшей степени мужчина и женщина. А тогда мне было интересно. Потом я много с кем разговаривал. Я с большим количеством своих и деловых партнеров, и особенно если это были женщины, я всегда вел разговор об их жизни. Мне было это интересно. В принципе, если хочешь человека завербовать, ты должен говорить, должен слушать его о его жизни. Это ключевой закон. Ты сел и на 3 часа, и тебе все рассказали. И ты можешь все это забыть, но сам факт, что ты это выслушал, сделал тебя для человека ближе. Потому что и ты взамен должен рассказать тоже что-то. Может быть, половину по объему правды и глубины, но все равно тоже должен рассказать. И поэтому у меня много было человеческих историй. Потом, слушай, я на момент публикации книжки сделал, наверное, интервью 100. С разными людьми, и я всегда говорил про человеческие вещи. С актерами, про человеческое, с режиссерами, про человеческое, со сторожем тоже про человеческое. А как вот это вырисовалась тема с интервью, кстати? Как раз и хотела спросить, с чего вдруг ты, опять же, работая в пиаре, как ты перешел в жанр интервью? И это называется... Я не переходил, меня всегда учили, что человек должен развиваться в 3-4 параллельных социальных кругах. Угу. Ты должен по возможности преподавать где-то, это один круг, учиться где-то, другой круг. У тебя должна быть какая-то творческая или околотворческая работа и твоя профессиональная работа. Тогда эти столпы тебя держат, тогда ты не боишься просесть где-то. Сегодня человек, который занимается только своей работой, вот только своей работой, это уже неудачник. Угу. Я вот сейчас делал интервью с главой Гугла, с Юлей, и она сказала, в Google вообще не берут людей без хобби, без такого серьезного хобби. Не в смысле хобби, у меня хобби, я сплю. Да, вот, а такое увлечение, интерес. Сегодня уже время точечных профессионалов прошло, к сожалению, или к счастью. Для меня к счастью, потому что я поверхностный человек, мне глубоко изучать предмет неинтересно. Ну вот, и в 2006 году, когда я работал бренд-директором казино-клуба «Премьера» ресторан «Палкин», и мы запустили серию концертов звезд, я понял, что у меня в доступ на 2 часа попадают самые известные люди в стране. Михаил Михайлович Жванецкий, потом был еще, там целый ряд был такого же уровня людей. Я просто с Жванецкого начал. И я дружил со журналом «Интербизнес». Я говорю, давайте я вам сделаю интервью со Жванецким. Угу. Ну, сделай. Конечно. Давай, почему нет? Я к нему подхожу, можно интервью сделать? Такое дело нет никогда. Ну, а у тебя есть что мне спросить? У меня спросите. Я задаю несколько вопросов. Он говорит, да, давай. И дальше это понеслось, и я придумал много проектов. Интервью с русскими, живущими за рубежом, интересными. Там у меня был и правнук Кандинского, и девушка, которая дизайнер Альфа Ромео, ты такие вещи узнаешь. Вот. И с иностранцами, живущими в России, и с редкими профессиями, и со звездами, разумеется. И это меня научило писать диалоги. Потому что каждое интервью, вот мы сейчас с тобой делаем видеоинтервью, и оно пойдет так в эфир. Если бы мы делали письменное интервью, оно было бы совершенно другое. Мы бы то же самое проговорили, но твоя задача была из этого час, это у нас значит 1070 знаков, ты бы должна была выбрать 1/10 из всего этого массива и поставить в том порядке, чтобы это было драматургией некоторой. Это совершенно другая задача. И так как я всегда делал письменное интервью, а не видео, журнальное, то я и научился из этих 2-часовых бесед выбирать
15 минут, по сути дела, которые в каждой состояла там из минутных кусков всего этого массива. Слушай, потрясающе. То есть получается, что у тебя вот эта предыстория в разных сферах взаимодействия с людьми, выкристаллизовывание этой сути, оно и привело к, вот, к то, по сути, ты мастер коротких вот рассказов. Объясни, почему. Я читаю буквально 10 предложений, и я вчера обнаружила себя в ночи хохотущей, понимаешь, что в 3 часа ночи я не могу оторваться от твоей последней книжки, я хохочу. Спасибо. Потом я читаю, и у меня другое состояние через минуту, какой-то светлой грусти. Ну, есть, да, такая... Ты раскачиваешь человека, конечно, у меня и все мои театральные выступления так построены. Человек смеется, раскрывается, а потом в конце ему так туда просто что-то горячий кол вставляют в сердце, и он, о, ничего себе. Вот, это от лени, прежде всего, мне лень писать длительные. Долго. Ага. Мне вообще все, что долго, мне лень. У меня, я не могу это все. Ну, я так понимаю, что и лавры писателя, именно человека, который создает миры, как ты говоришь, тебе они не нужны. А тебе вообще нужны лавры? Да, я вот человек тщеславный, но лавры тролля мне гораздо более интересны, чем лавры писателя. Что такое лавры тролля? Ну, человек, который может и поиздеваться над собой, над пространством окружающим. Я, честно говоря, настолько вот в данном случае независим ни от писательской конъюнктуры, ни от какой-то другой. Я сейчас придумал это чтение со сцены. И собирает полный зал. Через какой-то время может перестать собирать полный зал. Но я иду в кино, что-нибудь еще поделаю. Потом, не знаю, винный бар открою. Я не связываю с этим свою жизнь вообще никак. То есть ты в потоке перемещаешься от интереса к интересу? Если мне, да, я никогда, вот, по сути дела, не пахал. Я всегда работал 24 часа в сутки, но никогда не пахал. Потому что интересно. Мне интересно, неинтересно, я перестаю это делать, все. А что тебя побудило? Москва, вот мы питерцы, приехали, остались? Слушай, ну, я всегда понимал, что если ты хочешь по-настоящему развиться, ты должен из Питера уехать. Россия так устроена, что Москва — единственный город, если ты не гений абсолютный. Вот там, не знаю, Шевчук — гений, Шнуров — гений, вот они в Питере могут быть. Я не абсолютный гений, поэтому, то есть вообще не гений, я это имею в виду. И для меня, конечно, Москва — это та почва, в которой ты растешь быстрее всего, но на тот момент я переехал исключительно по личным причинам. Вот. Хотя, наверное, когда ты себе рисуешь что-то, что ты хочешь, то и пространство вокруг тебя складывается. Mm-hmm. А так как я сам себя не мог вытолкнуть в Москву, наверное, я себе нарисовал космическую ситуацию, чтобы у меня не было выхода, и я туда поехал. Я очень рад, что в Москву поехал, мне здесь очень нравится. Я совершенно не забываю про Петербург и туда приезжаю с удовольствием, но я не тот человек, который скажет, ой, Москва, здесь одни деньги и так далее. Нет, конечно, здесь. Ну, вот смотри, сейчас ты стал именно вот так массово известен именно через... Ну, не массово, нет, я не массово известен. Давай, нет. Массово известен... 30 тысяч, ну хорошо, сколько у тебя может набрать какой-нибудь пост репостов? Это же у тебя аудитория как ты к СМИ, давай так называть. Ты, твоя страница, ты как СМИ. Нет, слушай, ну что значит? Вот Бузова — это массово, это 8 миллионов подписчиков или 12 или сколько там, давай спокойно. Нет, у меня, конечно, нишевая известность, но у меня очень высокая конверсия в офлайн. Вот то, что я могу собрать зал, 1000 человек за деньги, которые придут посмотреть за на меня. За сутки еще, друзья, на минуточку. Вот я это, просто, важно. Я просто пытаюсь уже несколько раз успеть купить куда-то билеты, и всякий раз, когда я вспоминаю о том, что надо зайти, потому что был пост купить билеты, знаете что? Билетов нет. Вот это важно. Так, конечно, слушай, если я войду в вагон метро, то меня не узнают. Ну, иногда узнают. Но это не то, что ты вошел, и все тебя узнали. Да, вот это массовая известность. У меня близко ее нет, и не думаю, что она будет в силу того, что сам в большом количестве видеоконтента не появляюсь. Вот когда я начну свои рассказы не только читать на сцене, но и постоянно видео с собой публиковать, наверное, да. Так что нет, это нишевая известность. Но у меня вопрос был сейчас немножко вообще про другое. Да. Я знаю, что у тебя есть другие бизнесы. Абсолютно, то есть которые вообще никак не связаны с творчеством. Но это не мои бизнесы, а я, скажем так, деятельность в других видах бизнеса. Давай, деятельность в других видах бизнеса, там юридическая и так далее. Да. Как-то твоя сейчас популярность нишевая, она влияет на другие? Конечно, бизнесы? Да, это помогает. Популярность помогает всегда и всем. Угу. Потому что твои звонки телефонные берут гораздо чаще, чем раньше. Люди так устроены, что популярному человеку сделать в этой жизни все легче, чем непопулярному. За это он огребает по другому поводу.
его там травят, не знаю, там его, он не может, не знаю, танцевать на столах, где хочет, или вообще про него пишут гадости. Мне кажется, что Саша может. Нет, кстати, нет. Нет? Нет, конечно, нет. Я уже не... Уже давно не танцевал. Да, давно не танцую на столах, да. Вот. Только дома, если там, знаешь, там при выключенном свете, там, с собакой. Ну вот. Но в целом, конечно, это помогает, потому что... Ну, опять же, какая популярность моя помогает? Потому что люди читают мои тексты, и говорит, а, это интересно, у него что-то есть внутри, это интересно, да, давай, давайте поговорим о каком-то деловом вопросе. Mm-hmm. Поэтому, да, я хожу с сайта директоров инвестиционной компании, достаточно такой известный в своем рынке, вот, который занимается сложными ситуациями, проблемными активами. И, конечно, мне в ряде случаев легче поговорить с тем или иным представителем крупного бизнеса, потому что он, допустим, был у меня на мероприятии или читал мои книжки. Да, это правда. А, хорошо, а если вот ты говорил про есть побочные стороны популярности? Да, и очень негативные. Ну, за что хейтят? Вот. За все. Ну. Бездарность, проныра, дальше хейтят личную жизнь, ну, все подряд просто. Ну, давай по-честному, вот сейчас, наверное, у тебя уже, ты вот сейчас уже оброс броней, вот тебя это задевает сейчас или нет уже? А мне... Просто, я это все не читаю. Смотри, у меня закрыты комменты в Фейсбуке, кроме друзей. В Инстаграме за намек, за отсутствие восхищения я блокирую. Просто за то, что за какую-то странную неуверенность в том, что вот что такое, а вот что у вас там вот ошибка какая-то была, все, я блокирую и этого человека, и всех лайкнувших. То есть я вычищаю каждый день там по 30-40 человек, поэтому у меня 120 тысяч монументальной аудитории. Которая... Да. Та-дам. Вот. Я этого всего не читаю. Ни на какие хейтерские сайты я не захожу. Я в гробу это все видел. Ну, а... Если зайду и начитаюсь, наверное, мне будет... Если это справедливый какой-то проезд, ну, допустим, скажет, слушайте, ну, что же он так вот... У него книжка, а в книжке два рассказа повторилось. Мы действительно косячнули, ну, все вместе. Я скажу, ну, да, дебил. Или, да он пишет с ошибками. Да, пишу с ошибками. Да, пишу с ошибками, бывает. Мне даже бабушка может позвонить и сказать, ну, тебя-то нужно, напиши уже грамотно, ну, господи. Либо еще какие-то вещи, либо литературно меня могут отчехвостить. Да, если пишет несправедливо, ой, да кому он там нужен, а у меня зал 2000 человек, то это может задеть. Да. А вот. Тем более я понимаю, почему, но хейтеры, с ними же все просто. Чаще всего это люди, у которых ничего не получилось. В нашей стране таких людей очень много. Которые же влачат полунищенское существование непонятно где, видят вот эту всю жизнь замечательную, я еще и могу выдать на показ что-нибудь. И вот они сидят там, ну вот что у них остается? Вот такая агрессивная реакция, да, поэтому я такой громоотвод. Я почему спрашиваю тебя? Просто у многих людей вот страх вот этого осуждения хейта-троллинга является препятствием для того, чтобы проявлять себя в тех же самых социальных сетях. То есть понятно, смотри, что... Смотри, на это, на все... Ответил Пелевин. Гениально. Вы, русские, все принимаете на свой счет. На свой счет надо принимать только кэш. Остальное – спам. А вот пока это не влияет реально на твои деньги, пока реально тебя из-за этого хейтинга, не знаю, не завели уголовное дело, потому что все заботились, а что там с тобой. Вот пока это конкретно не влияет, ты вообще должен забить на это на все. А Россия – уникальная страна. Это в Америке за какой-нибудь... Про тебя написали, что не знаю, ты там не любишь тех или иных, те или иные меньшинства или что-то еще. В Америке у тебя проблемы. В России, да завтра про тебя новость выпустили, что ты вообще ешь маленьких щенков, котят, не знаю, жаришь в духовке и так далее. Это вообще не повлияет на людей с точки зрения потребления твоей услуги, товара и так далее. Россия страна, где действительно репутационных рисков, я не знаю, что должно быть, но политические есть. Вот если ты вдруг сильно начинаешь выступать за или против того или иного политического курса, то в оппозиционных друг другу кругах ты можешь начать получать некий негатив. И то, ну что, не придут на концерты люди или не купят твой товар. Я здесь тебе возражу слегонца по поводу рисков. Вот ты когда работал в найме, недавно был такой громкий кейс, когда одна работница, пиар-директор как раз-таки одной крупной компании, нетолерантно высказалась в соцсетях, а это привело к тому, что на следующий день ее уволили. Ну на новое желание. Место взяли. Окей, но тем не менее... Когда ты в найме, то в принципе ты, конечно, должен чуть-чуть думать, что твои слова связаны с той компанией, с которой
в которой ты работаешь. Но эти нетолерантные высказывания никаким образом не повлияли на продажи этой компании, я вот более чем уверен. Просто я знаю много кейсов, когда думали, ну сейчас у них все рухнет. Да всем скидку чуть больше. У нас люди после терактов в Египет ездили. Когда туда никто не ездил, а сделали цену чуть ниже и поехали. Да взорвется, да и хуй-то с ним. У нас народ другой. Ну, а вот когда ты работал в Мегафоне, я просто помню, так как я занималась спонсорингом, мы, естественно, вели переговоры с разными пиар-директорами разных компаний. Да. И ты знаешь, в чем прикол? Ты был как раз выпуклый. Вот ты сказал, человек с его там особенностями и так далее. У тебя была сразу какая-то выпуклость. И вот если спроси меня, маркетинг-директора тех пор, кого-то, я не помню. Тогда я помнила даже без привязки. И это было очень важно для того, чтобы с тобой пресса общала, для того, чтобы ты всегда на своей вот этой личной харизме можешь получить для компании много. Сразу компании, ну, скажем там, задекларировала, ребята, я буду проявляться лично. Я везде так говорил, я проявляюсь, у меня будут еще другие виды деятельности, я всегда это говорил. Всем работодателям. Так. У меня есть своя позиция, которая прогибаться не будет. Вот я там, не знаю, я ругаюсь матом, и гробой видел все. Это всегда было, так прям ругаюсь. Ну ладно, хорошо. Вот, и если мне не будет нравиться то, что эта компания делает, то я уйду. То же самое. В силу того, что у меня всегда было несколько видов занятий, я мог себе позволить эту свободу. Но меня ни разу никто не нагибал. У меня в Мегафоне была абсолютно свобода. Никто никогда не лимитировал мою политическую позицию, мою творческую активность. Нет, они понимали, что это полезно. Они понимали, что польза от моего личного бренда компании гораздо больше, чем вреда. Я давал другие гарантии. Было понятно, что я не перескочу конкурентам. Потому что это нарушение моих собственных неких позиций. Да вон, сколько времени прошло, я до сих пор, потому что куча там друзей. Но я максимум ходил в Билайн на открытый урок. Тотальный диктант диктовал. Но абонент у меня остался Мегафон, потому что и до сих пор. Мы сейчас, кстати, о нем говорим. Да. В тот момент было бы невозможно, скорее всего, меня перекупить и пойти к конкурентам. Мне так кажется. Но смотри, какие деньги и какая моя личность ситуации. Когда тебе нужны деньги на операцию близкому, то ты пойдешь и к конкурентам, и куда угодно. Ну вот, да, вот я всем этого рекомендовал, и из таких людей всегда в команду пытался набрать. Хорошо. А тебе знакомо такое понятие, как синдром самозванца? Когда раскроют, что я самозванец? Когда ты не самозванец, но у тебя есть внутренний страх, а вдруг что-то не так делаю. Конечно. Да? Любой талантливый человек, предполагая, что он у меня есть, признак таланта – это сомнение, что он у тебя есть. Вот, и мне как раз… Конечно, я каждый день думаю, ну когда-то же раскроют, что я не настоящий писатель. Когда-то же кто-то напишет, наконец, что он на самом-то деле. Конечно, это есть. А для такого, как я, который никогда не был глубоким, вот таким профессиональным, по пиару не прочел ни одной книжки вообще. То есть ни одной. То есть ты пиарщик, который не прочитал ни одной книжки? Ни одной. Так. Я никогда этому не учился. Я учился на дипломата. Вот. Я прочел одну книжку по брендингу и 5 раз прошел интервью на знаниях этой книжки. На 5 раз я проходил интервью, чтобы попасть на работу. Вот я каждый раз задвигал это 4D-брендинг. Ну вообще, глубина просто. Это все, что я прочел по предмету. Ну вот. Поэтому, когда я читаю какие-то лекции, это все из головы на этом. Понятно, никогда не учился писать. Понятно. Более того, я сейчас получил кинотавр 1. А позавчера гран-при получил, как сценарист и режиссер. Я не учился ни сценарному искусству, ни режиссерскому. И понимаю, что там-то я полный болван. И мне просто адски повезло, и поэтому я туда не иду. И вот сейчас мы сидим с Аней Меликян, и вот она, по сути, будет написан сценарий Александр Цыпкин, это сценарий Меликян будет. Но по моим идеям, потому что я не умею это все структурировать. А уж режиссура это тем более не мое. Но значочек-то есть уже, чтобы премию получил. Вот. И здесь я понимаю свой дилетантизм. Но на мое счастье, 21 век – это век дилетантов. В том числе. То есть давай как общую рекомендацию для людей. Моя аудитория – это предприниматели из разных сфер, которые через личный бренд хотят повысить ценность того, что они делают. Смотри, моя рекомендация, что… Я слышу так, что пробовать. Во-первых, пробовать все, потом будешь жалеть, что не попробовал. Это раз. Во-вторых, чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя появляется кругов общения новых. Потому что новые люди – это единственный ресурс для развития бизнеса. Новые люди. Нетворкинг сейчас я прям… Да, но нетворкинг строится все-таки на личном взаимоотношении с человеком.
и ты должен быть личностью. Вот как ты сказал, ты должен запомнить, что это за человек. Потом это то, что можно развивать бесконечно. Единственное, чем, кем не может быть сегодня человек, это скучным. Вот скучные люди must die, условно говоря. Потому что огромное количество вокруг нас все время людей, и мы их можем для себя как-то дифференцировать только либо по их каким-то безусловным достижениям, такого не так много. Да, ну понятно, что это миллиардер из Форбса, он может быть даже скучным, но он миллиардер из Форбса, хотя я не видел ни одного скучного, богатого человека, который вот, он может быть негодяем, он может быть подлецом, да, но он харизматичный. Вот серых мышей успешных я не видел никогда. Успешных, говорю, что это может быть человек, который обокрал полстраны, да, но он не серая мышь все равно. А таланты заложены в каждом из нас, но процентов 80 людей их просто вообще не трогают. Они даже не знают, что они умеют рисовать, они даже не знают, что они умеют петь, они не знают, что они умеют сочинять истории, они не знают, что они могут быть хорошими психологами, они не понимают, что они могут написать программу, придумать что-то и так далее, они просто не знают. Но, как мне кажется, сверху-то рассыпают всем. Я не верю, что вот рост – это вещь такая, кому-то повезло с высоким ростом, кому-то нет. А талант в большинстве случаев, все-таки, если верить в божественность его происхождения, дается абсолютно всем. Ну вот. Ну, условно... Просто тестом гипотез мы можем... Ну вот я знаю, наверное, у меня был талант писать всегда, скорее всего, как-то. Он же... Ну а я его реализовал только в 39, представляешь, было бы поздно. И мне просто... Я сел в последний вагон, наверное. А мог бы никогда... А не случилось бы этого, и никогда бы этого не реализовалось бы. Просто никогда бы этого не получилось. Да, вот живой пример. Столько же, я уверен, есть с людьми, которые талант есть предприниматели. Они не хотят идти с корпоративно насиженных мест. Вот. Или наоборот, человек бьется с тем, чтобы стать предпринимателем. А у него нет к этому таланта. У него есть талант быть хорошим управленцем в корпорации или чиновником. Быть хорошим чиновником, не ворюга каким-то, который отсиживается, а реально кто помогает людям, таких много. Это талант. Управлять городом – это сложно. Ну, вопрос тогда, а были ли у тебя тупиковые ветви эволюции? Вот конечно. Что, например? Вот ну вот, например, я понимаю, что бизнес – это тупиковая ветвь для меня эволюции. Такой, хотя то, что сейчас создано с беспринципными чтениями, работает как бизнес, безусловно, да, но все-таки это не ситуация, что я открыл там, не знаю, сеть торговых точек и так далее. Это тупиковая ситуация. Тупиковая ситуация быть 20-летним стажем профессионалом в одной отрасли. Не могу. То есть ты в разные широта. Тупиковая ветвь менеджер. Я плохой менеджер. Даже несмотря на то, что был пиар-директором северо-западного Мегафона, я хороший лидер, и я отвратительный менеджер. Ну, скажем так, для меня даже принять раз каждый день утром одну таблетку в течение 30 дней невозможная задача. Просто невозможная. Люди мне скажут, ты знаешь, если не берешь, ты умрешь, я точно один день где-нибудь прыгну. Ну, невозможно. Поэтому поставить задачу и оценить ее исполнение для меня задача невозможная. Вот. И, соответственно, я отвратительный менеджер, для меня это тупиковое направление. Креативщик, да. Я, скорее всего, точно не стану режиссером кинематографическим. Вот этот мой 7-минутный шедевр. Мне повезло, что Рапопорт все сделала, Ксения, а я везде поставил, что я тоже режиссер. Но по факту, конечно, я в этом абсолютно бездарен в силу того, что я не могу высидеть так долго. Вот. Поэтому у меня тупиковых было очень много. Благодарю тебя за эти примеры, потому что люди боятся, что-то получилось, попробуют, не зашло. Она у нас, к сожалению... Нет вот этой американской традиции, что ты можешь себе позволить неуспех. В Америке ты добился успеха, обанкротился, добился успеха, обанкротился. В России добился успеха, обанкротился, все. Люди на тебя смотрят, как уже неудачник, и ты не встанешь. У нас не позволяют людям вставать. Как там, встал и куда-то пошел? Он сбитый летчик, все. А в Америке он сбил, он чуть подлетел, снова взлетел, и снова. И ты посмотришь биографию большого количества успешных людей, она именно такая. Очень важно уметь себе сказать, это не мое, а не хуячить головой в стену, которая, если рядом пустая дверь, даже не просто проем есть, а ты убьешься, вот, потому что мама сказала, ты должен быть врачом. Ну так ты не врач, ты все. И в 30 лет ты уходишь оттуда. Или вот у меня коллега сейчас пришел в нашу адвокатскую компанию с Кей-Вертикали, который юрист, который решил стать маркетологом. Вот, ну я вдруг понял, что не совсем это моя юриспруденция, а для человека понять, что это не твое. Еще очень важный момент – понять, когда то, что было твоим, перестало быть твоим. Угу. Это точка бифуркации, переход в следующий. Я таких умных слов не знаю. Так, короче, переход в следующую тему. Да. А, кто же мне тут это гениально сказал? А, Сережа Минаев сказал. А, мы с ним говорили про достижение потолка. И как только ты достиг потолка, ты просто должен выйти в другую комнату. Как ты ощущаешь потолок? Ты всегда его ощущаешь.
врать себе не надо. И в этот момент ты поймешь, что потолок. Как только ты трезво на себя посмотришь и вдруг поймешь, что это не вокруг все стали идиотами, которые перестало нравиться то, что делаешь, а ты реально перестал делать это хорошо, уходи в другую комнату и там расти снова. Ну вот, и вот он же прям блестящий пример, тот же самый Минаев. Что говорит, миллион проданных книг, это немало, да, и сценарии хитовые. Он пошел, взял главредом Esquire и за год его превратил в там, ведущий журнал. Да, действительно, это успех. Потому что он посмотрел, здесь я что-то достиг. Я уверен, что он еще 30 раз поменяет отрасль и будет в ней добиваться успеха. Это как раз про тему эволюции, чтобы действительно запускать себя в новых сферах. Круто. А у тебя в рассказе «Почетная смерть», по-моему, называется. Один да. из таких вот, ну, может быть, это один из первых, наверное. А там есть такая смешная история, когда ты рассказываешь про себя, когда ты попадаешь в общество людей, которых ты считаешь крутыми, да, и у тебя там… Интеллектуалы. Интеллектуалы. Окей, okay, но они по каким-то критериям для тебя кажутся, что они… Я не могу назвать эти имена, но это цвет российской культуры. Хорошо. И вот чувство, которое ты там описываешь, оно про то, что ты потерял дар речи, да? Не совсем так. Я понимаю, что из их речи я перевожу на свой язык только предлоги, а все остальные слова – это как твоя бифуркация и все остальное, что я их не понимаю. Я не понимаю цитат, не то, что цитат не понимаю, я не понимаю, не слышал имена авторов, которые они цитируют. Угу. И вот так два часа, и ты думаешь, надо было книжки хоть какие-то в детстве читать, тут как-то не очень. А они там, имя не понимаешь, фразу не понимаешь и термины в ней не понимаешь, хотя вроде бы все по-русски говорят. Да, улыбаешься, да. И думаешь, какую-то глупость заморозить. И морозишь глупость. И морозишь глупость. Да. А вопрос у меня был вот про что. Ты делаешь много проектов с людьми, которые для кого-то являются общепринятыми звездами, кумирами даже, да. Было ли у тебя когда-то в твоей жизни, я вижу, что ты прям нетворкинг у тебя вшит, как вот такая базовая опция, но тем не менее, были ли у тебя ситуации, когда ты реально там стеснялся, робел, не знал, с какой стороны подойти, искал подход к человеку такой, чтобы ты понимал, что он для тебя интересен, важен? Я отработал с Константином Юрьевичем Хабенским уже, наверное, 30 или 40 выступлений по всему миру, и я каждый раз робею, когда с ним встречаюсь. Я не шучу. У нас небольшая разница в возрасте, но вот как-то он, ты не можешь это объяснить. Вот, допустим, да, конечно, бывали ситуации, конечно. Я хотела от тебя каких-нибудь рецептов в контексте взаимодействия с подобного рода людьми, потому что сегодня много кто делает какие-то проекты, придумывает какие-то проекты, как подожить, как подойти, как себя вести. Есть у тебя какие-то вот такие технологии? Это же тоже про нетворкинг. Во-первых, предложить проект своей бабушке и понять, она вообще отдуплила, о чем речь или нет. Если бабушка не поняла, плохой проект. Все. Любой проект, самый высокотехнологичный, можно предложить бабушке. Бабушка же поняла, что такое Uber бы, правильно? Я уверен, инвесторы Uber, не инвесторы, а создатели Uber, у них была очень простая презентация. Это раз. Во-вторых, время найти то, как... Ну, чтобы не было ощущения, что человек тебе попал в руки, а ты к нему сразу проект, ну, не знаю. Давайте из твоей практики. Да, ну, допустим, мне проще даже описать ситуацию, когда я был объектом. Когда человек ко мне подходит после концерта, у меня там, не знаю, 100 человек берут автографы, и 68 говорит: Александр, у меня к вам предложение деловое, хотел, вот можете сейчас секунду выслушать, это неправильно. Я говорю: Александр, я вам хочу сказать там что-то, напоминаешься, или там принес мне какую-то, не знаю, книжку, говорит, вот вы пишете, а мне Чехов нравится больше, вот вам с автографом Чехов, Антон Павлович сказал мне, неважно что, запомнился, я можно в директе напишу? Да, да, конечно. И дальше в директе. И написать на следующий день, когда человек выдохнул хотя бы. Угу. Хотя бы каким-то образом найти время удобное для этого предложения. Во-вторых, ну хоть что-то про человека узнать, он вообще этим занимается, не занимается, почему это должно быть ему интересно или неинтересно. И не быть абсолютно отъехавшим фанатом того, что ты делаешь. Когда ты приходишь с горящими глазами, я придумал что-то гениальное, минуточку, у меня есть интересная идея, вот такая-такая. Человек сам должен сделать вывод, что это гениальное. Угу. Вот фанатиков их не очень любят. В целом. Ну, наверное, иногда это может сработать. Вот. Дальше робеть тут точно не стоит и быть готовым, что тебе откажут. И в этом нет ничего странного. Дальше все-таки твой объем, твои идеи, он должен хоть как-то соизмеряться с тем, что ты делал. Вот очень часто приходят люди, которые, очевидно,
работали с малой формой, и вдруг предлагают что-то огромное. Но ты этому меньше всегда доверяешь. Ты же понимаешь, что ну как-то так вот, ну... То есть человек, который живет в одном финансовом мире, вдруг начинает рассуждать о проекте совершенно из другой области. Он как-то, мне кажется, либо нужно объяснить, почему ты в этом стал разбираться. Вот. А есть только идея не какая-то сверхъестественная. А в остальном я, может, выстрелить совершенно не в той ситуации, когда даже этого не ожидал, и подошел, рассказал. Вот. У тебя были в жизни, в твоей практике какие-то ситуации, когда тебе человек был, вот я уже поняла одну ситуацию, да, когда он был для тебя авторитетом, примером, и ты действительно думал, у тебя была какая-то идея, ты думал, как повзаимодействовать, и искал какой-то подход, или не было? Чтобы я подход искал? Скорее нет, я как-то никогда не стеснялся говорить, что я могу, что не могу, и с юмором относился к тому, что делаю, и главное, всегда должен быть вежливым. Вежливость в России, в хамской стране, очевидно, хамской стране, где, к сожалению, 90% населения вообще без каких-либо понятий о том, что такое воспитанность, личное пространство и так далее, то для очень многих людей это самый главный навык, который их к тебе привлекает. Если ты умеешь держать эту дистанцию и соблюдать личное пространство другого человека, а не сразу же туда врываешься вот так вот, не начинаешь звонить ночами, что-то еще, от братуха, от что-то еще, вот какие-то такие вещи, это мне всегда помогало. Вот, наверное, ключевой момент был это воспитание. То, что мне семья заложила, хоть то, что я смог впитать, не так много из того, что мог бы. Но это да, и потому что у нас люди не чувствуют границ друг друга, они хамоватые, откровенно, да, хамоватые, особенно если они чувствуют какую-то власть или чувствуют какое-то понебратство неожиданное. Вот тут ты должен всегда дать человеку понять, что ты, например, где ты, где он, и не переходить его границы никаким образом. Ну и не давать ему этого сделать. Вот, наверное, вот это имело значение. А в остальном нет, я всегда как, наглый как танк был в этом смысле слова, то есть меня никто не мог остановить. Здесь никакого авторитетность меня не задевало. Скажи, а вот беспринципное чтение как бизнес, потому что я опять же читала, что сегодня это даже более 50% того дохода, который ты делаешь, это этот, по сути, то есть это бизнес, это проект. Ну, ты же 150 выступлений, при том, что залы 300-500 тысяч человек и не дешевый билет. Ну, конечно, это успешный проект. А родилось это как что? Случайность. То есть? Случайность. Была книжка, вышла первая, и мне нужно было сделать ее презентацию в Питере и в Москве. Я решил, что я сам прочту свои рассказы. Все, вот как он родился, этот проект. Все сказали, читаешь ужасно. Ужасно читаешь, научись читать нормально, либо привлеки актеров. Ну, я подумал, ну ладно, хорошо. Вот, а потом уже добавились писатели, потом я мы оживили контакт с продюсером, которая все это... в структуру некую ввела. Ну вот и все. Дальше мои знакомства с актерами, и все это понеслось. Вот. Но я всегда относился к своим творческим каким-то действиям исключительно как к потенциалу для коммерческой деятельности. В силу того, что если моя книжка не будет покупать, значит, она плохо написана. Это единственный критерий, подтверждающий, что это хорошо написано. Никаких других нет. В моем случае только деньги. То есть деньги как критерий, что хорошо? В моем случае массового продукта, а не артхауса. Деньги единственное доказательство, что ты делаешь, что хорошо. Не будет тиражей, все, значит, ты плохо пишешь. Круто. И еще, ну, творчество и ты, да? Вот последний момент все-таки создание рассказов, выступления, какие-то творческие там проекты, это все ассоциируется с творчеством. Но опять же, я слышала, насколько это правда или нет, то, что ты относишься, для тебя нет такого момента вдохновения, поймать его за хвост, там, вот это вот, то есть ты как ты это делаешь? Дедлайн у меня. Дедлайн? Вот мне сегодня надо сдать сценарий будет, вот я его и сдам сегодня. Все. А еще раз, для кого-то это нужно, но мне нет. У меня в голове все давно написано, мне нужно время выгрузить это. А сидеть и не идет... Как ты понимаешь, что оно у тебя в голове? История вся есть просто в голове, родилась моментально. Рождаются они моментально, все истории. То есть ты буквально считываешь это из своего реального жизненного опыта? Можно без жизненного опыта, дай мне, не знаю, там, ситуацию, я нарисую историю до, после, и что произошло. Я сделаю это за полчаса.
Вот. И она будет интересной и захватывающей, как мне кажется. Как только это перестанет работать, еще раз, я очень ленивый и неупорный человек. Как только я пойму, что я рассказ пишу не, как обычно, 3 часа, а месяц, я перестану это делать, мне просто влом будет этим заниматься. Вот, мне на данный Меликян ржет, говорит, слышь, ты, Моцарт, блядь, а ты не можешь посидеть чуть-чуть, вот как-то поупорней поработать? Говорю, нет, я уже все придумал, зачем? Уже дальше надо идти. Вот, поэтому в моем случае это не требует времени и особого вдохновения. Наверное, может быть, когда-нибудь понадобится. То есть, смотри, тогда получается в резюме, получается, что через тест гипотез я сейчас для себя пробую сложить вот эту формулу твоего роста в этой нише и в других тоже. И получается, что ты через тест-гипотез находишь то, что у тебя получается, то, что получается лучше всего, и тебя двоит, ты это делаешь, и таким образом распаковываешь свое мастерство. Потому что то, что ты говоришь, это же не наработанный навык получается. Конечно, ты определяешь, в чем ты лучше всех, и это выбираешь. Я не как писатель лучше всех, но я думаю, что один из лучших авторов коротких рассказов для чтения со сцены. Вот конкретно эта маленькая ниша, она работает. Я знаю, как 10 минут удержать внимание так, чтобы человек вообще не отвлекался. И как это сделать? Собрать 10 рассказов, чтобы вот 2 часа человек слушал. Я понимаю, как это сделать. Это не имеет никакого отношения к тому, как написать правильно роман. Или даже там, не знаю, повесть. Или написать сценарий. Вот сценарий у меня большие проблемы, потому что я не очень понимаю, как вот на 1,5 часа в кино это. Хорошо, вот. А с точки зрения тогда маркетинга и пиара, продвижения, самопродвижения, соцсетей? Да, этому нужно уделять время, и ты там должен быть такой, какой ты есть на самом деле. Никого не наебешь, потому что соцсеть высвечивает все. Потому какие ты фотографии постишь, видны твои комплексы, твои слабые и сильные места. Поэтому желательно там быть таким, какой ты есть. А люди боятся показать, что у них есть ценности, взгляды, вкусы, что у них есть отношение к чему-то свое. Они боятся сказать, откуда это взялось. Они пытаются там быть либо стерильными, либо очень хорошими. Это неинтересно. Нам неинтересно ни стерильные, ни очень хорошие люди. Нам интересны люди, состоящие из преимуществ и недостатков, из добродетелей и каких-то грехов. И тогда становится интересным. Вот. Но я знаю, что я тщеславный. Я это и говорю, да, я вот такой. Я знаю, что я не люблю критику. Да, я не люблю критику. Все блокирую к херам. Вот. Но и у меня есть какие-то надеюсь, человеческие качества, которые, вот, которые многим или немногим людям могут показаться положительными. Вот. Потом, как это ни странно, никогда не нужно бояться похвастаться своими успехами. Не расскажешь ты, никто не расскажешь. Стоишь как оплеванный, сам себя не похвалишь. Конечно, это нужно сделать с некой долей самоиронии, обязательно. Вот, но лучше самоирония и рассказ о своих успехах, чем ни то, ни другое. Угу. Вот, поэтому, да, я регулярно говорю, а у нас уже 100 тысяч тираж. Понятно, блядь? Вот. Потом я могу поржать тем, что да, но зато в книжке 2 одинаковых рассказа по недосмотру. Это правда, да? Ну, в первом тираже этой книжки два рассказа. Да, причем я проверил, все проверили, такие, как так получилось. Ну, вот. Или какие-то вещи действительно, что там, вот, и все знают, что я рассеянный разгильдяй. Ну, так я и смеюсь над этим. Ну да, я могу потерять все. Да, кстати, одно из моментов, почему с тобой, ну, например, когда мы с тобой договаривались, да, там, да. Хабаровск, потом Чебоксары, там еще что-то, я помнила про то, как твоя сестра пыталась добиться от тебя что-то. Это был такой смешной пост, как она это все-таки сделала. Я подумала, мне, да. Конечно, не сестра, но нет, я буду настойчивой. Я всем говорю, что, ребят, если вы хотите со мной увидеться, мне нужно будет напомнить 20 раз. Особенно в день. Еще раз сказать, куда приехать. Потому что я с большой долей вероятности приеду не туда, не в тот день, не в то время, не в тот город. И ничего я с этим сделать не могу. У меня за зиму теряется около 30 шапок. 30. Это те 30 дней, когда я хожу в шапке. Один день — одна шапка. Я раньше расстраивался, переживал. Теперь я забил болт. Я покупаю 30 дешевых шапок. Да? Вот. Стараюсь что-то остальное не терять. Хорошо, к вопросу о людях, которые зажигают. Да. Кто тебя зажигает? Кто для тебя бенчмарк? Кто тебя вдохновляет? Нет такого. Да нет такого бенчмарка, да? Нет, у меня бывают поступки людей как бенчмарк. Понятно, что я восхищаюсь своими друзьями, восхищаюсь своей женой, восхищаюсь своей семьей,
ну, чтобы был один человек, который бенчмарк, нет. Ну, так. Или какая-то категория. Просто ты рассказывал о том, что сейчас время вот как раз-таки героев, которые вы, плюсы, недостатки, может быть. Значит, ладно, хорошо, кого ты читаешь регулярно и лайкаешь? Вот, вот ты сможешь, быть круто? Я таблетку регулярно принять не могу, а ты говоришь читать регулярно и лайкать. Все понятно. И, наверное, у тебя на это и времени нет? Ну, я случайно могу там пропустить. У меня могут, а что ты лайкнул? Я не знаю даже, где-то что-то прочел. Нет. Я ничего не делаю регулярно. У меня этого не получается. Вот. Да, да, я восхищаюсь Пелевиным. Ну, сказать, что регулярно это делаю, нет. Читаю его, нет такого. У меня все это разбросано таким образом в голове, что я, как сказать, что с кем-то восхищаюсь, и для меня кто-то пример. Да нет, наверное, я могу прочесть кого-то. О, круто написано. Не знаю. Я обожаю читать Сталин ГУЛАГа, обожаю. Да, я считаю, что богатейший русский язык, точно написано. Но сказать, что это для меня бенчмарк, нет, наверное, да. Слушай, это вот, я благодарю тебя за нашу встречу. Я когда, несмотря на то, что я готовилась к интервью, я понимаю, что все, что я предполагала про тебя, местами, то, что не звучало, вот миф про то, что, наверное, в детстве он писал дневничок. Как вот. Я писала в детстве какие-то мини-рассказы. Я не писал в детстве. Ну, вот, понимаешь? А в итоге ты показываешь такой вдохновляющий пример как раз-таки, что через тест гипотезы, честность перед собой и готовность пробовать, отказываться, пробовать и дальше, и идти туда, где максимальный КПД. А главное, никогда не... Вот я был, знаешь, как и до сих пор. На песчаной карьере я, в завод я везде вписывался, вот как только можно что-то интересное, пожалуйста. Я помню, я летал на ужин в Сеул, просто чтобы было возможность что-нибудь потусить прикольно. Или еще куда-то, или еще что-то сделать, а поехать туда, давайте здесь сделаем. То есть у меня там такой конкретный пропеллер в жопе, который мне не дает никак успокоиться. Это приводит к провалам в тайм-менеджменте, к тому, что я заваливаю дедлайны по сдаче, потому что я очень спешу, сдаю халтурные работы и так далее. Да, но мне пока не остановиться. Вот, может быть, если бы я когда-нибудь сконцентрировался на чем-то, я бы достиг гораздо большего, вполне возможно. Но вот ты какой-то есть, и это нужно использовать. Вот еще важный момент. Найти у любого слабого своего места есть обязательно оборотная сторона сильная. Это банальная фраза, но тем не менее вот ее нужно использовать. Вот такой ты. Вот тогда, вот если ты высокого роста, ну тогда ну, отыграй его в баскетболе. Обязательно попробуй хотя бы. Вот. А, так в остальном, да, проверил, здесь попробовал, не получилось, в другой город поехал, страну поменял, еще что-то. Вот постоянно раз, и ты где-то нашел то, что тебе интересно. Но вот если тебе не интересно жить, и ну, я не говорю о ситуации, когда у тебя обстоятельства сложились так жизненные, что тебе не до интереса, тебе выжить бы. Таких ситуаций немало. К сожалению, и нельзя критиковать людей, которые выживают за то, что они скучно выживают. Особенно в России, где иногда не до вот этого. Ты же понимаешь, что все эти замечательные личностные тренинги заканчиваются тем, это тоже цитата не моя, что человек, живущий в Лос-Анджелесе, предлагает человеку, живущему в Норильске, выйти из зоны комфорта. Ну вот это, конечно, охуенно, и поэтому я не очень такая фокус-группа. И меня многие послушают, подумают, ой, ну вот ему понятно. А мы там сидим, у нас зарплата 30 тысяч рублей, ипотека 20. Тяжело ли мне в этот момент? Это правда. И тут как-то рекомендовать им, а давайте вы позажигайте. Но, с другой стороны, ты всегда можешь дополнительную работу взять, что-то еще научиться чему-то. С другой стороны, то, с чего мы начали, когда ты сказал про социальные сети. Если раньше нам нужно было... Да, сейчас. Сейчас открытый мир. И вот открытый это... мир, любые люди тебе доступны. Ты написал коммент какому-нибудь, не знаю, олигарху в его соцсетях, потом на форуме подошел к нему, поболтал, через 5 минут у него работу получил. Uh-huh. Это сегодня таких примеров множество. Вот, поэтому это нельзя не использовать, и уже ты не объяснишь, что мир-то закрыт. Это в советское время ты никуда не мог пойти, выехать и так далее. Сегодня не пошло у тебя здесь, но сел, уехал в другую страну, и там выучил язык, и там что-то да, сделал. Я почему спросила тебя про, вот, про взаимодействие с разными людьми, потому что я такой евангелист темы нетворкинг, и я считаю, что если человек деликатно и с целью занимается нетворкингом, вот как ты сказал, не будучи там, не знаю, навязчивым или как-то, то он, в принципе, может познакомиться с абсолютно любым человеком. С любым, абсолютно. Да, главное, не пытаться всех наебать. Да. Не дать человеку тоже что-то, что он может у тебя получить не только в плане материальном, а какое-то общение интересное что-то. Не скрывать, что ты хочешь. Угу. Вот если ты пытаешься говорить, такая интересная личность, а реально хочешь только что-то ему продать, это тоже не годится. Вот. Сегодня время какой-то откровенности. Можно сказать, слушайте, мне нужно от вас вот это. Человек тебе даст, а ты потом
чем ты будешь ему интересен, полезен, благодарен и так далее. Саш, ну да. И напоследок, самые интересные мысли, которые ты слышал за последнее время, что тебя реально... Новые какие-то, да, для меня? Что тебя, да, вдохновило? Я помню, я был в Сколково, я модерировал одну встречу, вот, и там Андрей Шаронов, как раз мы говорили про личностный рост и так далее, и так далее, и так далее, что некоторых людей могут погубить не отсутствие харизмы, а сама по себе харизма. Что иногда харизм разрушает все, потому что ты не можешь остановиться, ты все время хочешь что-то новое завоевать, поменять, изменить и так далее. Что очень важно уметь остановиться в целом в своем развитии и вообще жизнью понаслаждаться чуть-чуть. И не пытаться все время всех обогнать, всех не обгонишь. Это раз. Во-вторых, отсутствие амбиций и харизмы – это вообще счастье иногда. К этому нужно в какой-то момент прийти. Все, ты уже сделал или даже не сделал. Ты можешь получить счастье от очень банальных жизненных вещей. И сегодня есть вот этот комплекс успеха. Все должны быть обязательно бегущими вперед, меняющими себя. Не обязательно это делать. Можно себя не менять. Можно не пытаться сделать что-то новое, потому что ты в том, что есть, уже тебе хорошо. У тебя хорошая работа, не знаю, семья, и ты едешь каждую субботу на рыбалку и что-то еще. Совершенно не обязательно все бросить и попытаться начать что-то новое. Вот нужно понять, тебя устраивает то, что есть. Если устраивает, ты гораздо более, может быть, счастливым человеком, чем, допустим, как я, который все время пробует. И ты же не знаешь, как внутри, на самом деле, от чего это попытки попробовать. Поэтому и харизма, и амбиции – это та вещь, которую нужно, как ядерное топливо, применять очень управляемо. Но даже их отсутствие не мешает. Ты можешь на солнечной энергии просидеть, на ветре. Вот. И то же самое с ЗОЖем. Не обязательно так вот всем быть такими же здоровыми. И если человек спокойно ведет образ Гаргантюа, ну окей, он уже счастлив в этом. Поэтому счастье очень многообразно и абсолютно не копируемо у другого человека. Также впрочем, как ты пишешь свои книги про любовь. Вот именно, да. Благодарю тебя за встречу. Да. Благодарю вас за просмотр этого интервью. Уверена, что вы нашли в нем что-то для себя важное и полезное. И сейчас я расскажу о том, как выиграть книгу с автографом автора. Вам нужно быть подписанным на этот YouTube-канал, лайкнуть этот ролик и прямо здесь, в комментариях, напишите ваш главный инсайт. Что было для вас наиболее ценным из того, что нам рассказал Александр про построение своего личного бренда? Пишите ваши впечатления, ваш инсайт, и ровно через неделю после выхода ролика мы рандомайзингом выберем победителя, которому отправим именно эту книгу, именно с этим автографом, почтой в тот город, где вы находитесь. Счастливо!